Вот такая вот кассета «Барьер Стандарт». 260 рублей она стоит. Всем привет, дорогие мои друзья! В общем, вы много меня спрашивали про эту тему, я вот решил заморочиться и провести эксперимент. Это фильтрация самогона через фильтр-барьер. В общем, смотрите, купил я фильтр-барьер, вот такую вот кассету. Это барьер стандарт. Так, здесь степени очистки, смотрим, что у нас здесь. Технология Nano Plus увеличивает эффективность и ресурс компонентов кассеты. Так, ладно. Теперь первый слой. Кокосовый активированный уголь, обработанный серебром, предотвращает рост бактерий. Далее, кокосовый активированный уголь удаляет побочные продукты хлорирования. Далее, ионообменная смола удаляет ионы тяжелых металлов и железа. И далее фильтр тонкой очистки удаляет мельчайшие механические примеси. Вот такая вот кассета «Барьер Стандарт». 260 рублей она стоит. Кувшинчик у меня был. Ставлю я просто на банку, без пластикового кувшина. Смотрите, ребят, в общем, заморочился я. Выгнал самогон с запахом самогона, скажем так. Вот, с таким... небольшим запахом севухи, хапанул хвостиков чуть-чуть. Вот. Думаю, надо заморочиться, раз ребята просят, надо провести конкретный эксперимент. Сейчас, в данный момент, это у меня идет уже третья фильтрация. Прогоняю по третьему кругу. Вот. Это третий раз. Вот я себе накапал. Ну, что хочу сказать, ребят. Вот она, вот эта банка большая. Это с небольшим, скажем так, запахом севухи. Вот здесь уже три раза прогнанный через фильтр-барьер запах. Появился более резкий запах спирта. Прям, честно вам скажу, резкий, прям аж в нос бьет такой запах спирта. Именно конкретно спирта, а не севухи. Что пахло и вот эта севуха, она ушла. Вот прям резкий запах спирта и отдаленная такая нотка какая-то. Ну, что это все-таки не спирт, а самогон. Но севушного конкретного запаха нет. Все, он ушел, его нету. В принципе, вот с этим запахом данный фильтр справляется. Ну, если вообще там, конечно, можешь шмурдяка нагнать галимого, там все вместе с хвостами захерачить, там, конечно, может быть, он и не справится. Вот. Но легкий сивушный запах этот фильтр убирает. И появляется конкретный резкий запах спирта. Именно не водки, а вот кто нюхал спирт, вы знаете, вот именно спиртовой запах. Ну что же, теперь посмотрим на вкус. Да, ребята, еще забыл сказать, 50 градусов в нем. Я его разбавил, эта банка, она у меня уже разбавленная. В нем 50 градусов. Разбавляю я всегда покупной водой. Обычная бутилированная вода, вот покупная, такая самая дешевая. Тут выпендриваться, в принципе, ни к чему. Ну что ж, запах нормальный, нормальный спиртовой запах. Рисковатый чуть. Пробуем на вкус. Помидорчики с нерафинированным маслом. Во. Ну что я вам хочу сказать. На вкус она жестковата. По чесноку жестковата. Да.
Когда я пробовал ее без фильтрации, она была намного мягче. Сейчас жестковато. Но, в принципе, это не беда. Можно смягчить обычной глюкозой, купленной в аптеке, такая в ампулах. Можно сахаром обычным, можно медом. Ну, в общем, кому чему. В общем, что-то сладкое, любая какая-то сладкая вещь, она смягчает самогон. Ну, самое простое, это глюкоза в ампулах. Она там не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ничего. Ну что ж, друзья мои, все вам рассказал, все вам объяснил. И что еще хочу сказать. Чтобы вот не заморачиваться со всей этой канителью, многие меня спрашивают, как очистить, как это, как пятое, как десятое. Чтобы не заморачиваться вот с этими всякими очистками, блин, покупайте уже нормальные колонны. Нормальные колонны. Не вот эти всякие там шмурдяк, все знают, говновары какие, не стоит покупать. Одну, купите одну нормальную колонну на всю жизнь. Вот я ссылочку оставлю в описании, пожалуйста, пройдите, посмотрите. Отличные вот такие колонны. И за вполне приемлемые деньги, гораздо дешевле, чем у других производителей. Переходите по ссылочке, смотрите. Ну что ж, друзья мои, вот такой небольшой маленький эксперимент. Быть добру. Всем пока. До новых встреч, друзья.